Эфир нашего телеканала продолжает программа «Бизнес Дона». В студии Эдуард Радкевич. Здравствуйте. Региональный этап всероссийского стартап-тура 2015 прошел в Ростове. В течение двух дней новаторы со всего юга и Северного Кавказа презентовали свои идеи специалистам из Сколково. Виктория Щетинина продолжит. На ростовский этап стартап-тура зарегистрировались около 400 участников. Их всех объединяет инновационная деятельность. Они делают ставку на уникальные технологии. Выигрыш весомый, значительный экономический эффект. Этому должны учить еще в университетах, говорят представители главного инновационного центра страны Сколково. My personal view is that all such teachers who stop students to understand how to make money should be kicked out from the universities. Я полагаю, что всех преподавателей, которые мешают студентам зарабатывать деньги, нужно из университета потихоньку выталкивать. Ростовская область – лидер Южного федерального округа по числу инновационных компаний. Это крупные промышленные центры, а также малый и средний бизнес. Недавно созданный кластер «Южное созвездие» позволит внедрять передовые технологии во все отрасли, подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев. Кластерный инновационный комплекс мы создаем, активно включаем в эту работу наши институты, наши производства. Также без инновационной продукции, инновационных идей не могут развиваться. Для нас это принципиально, особенно в сегодняшнее время. В этом смысле Ростов и Ростовская область – совершенно уникальный регион, который имеет потенциально все возможности для реализации таких проектов. У ростовского этапа есть своя специфика, отдельная тема. Здесь обсуждают сельское хозяйство. Оно теперь в поле повышенного интереса фонда Сколково. К работе с аграрными проектами планируют привлекать регионы, в частности, Донской край. Мы уже для себя фактически приняли решение, сформировали у себя внутреннюю структуру, которая будет поддерживать и рассматривать такого рода проекты. Ну а в качестве наиболее очевидного примера это, конечно же, Ростовская область, которая обладает всеми необходимыми элементами. Это уникальные природные для России условия, это развитая логистическая база, это развитая инфраструктура. Пока инновации в сельском хозяйстве не вынесли в отдельную категорию конкурса, участникам предлагают презентовать проекты по другим направлениям. Мы планируем провести конкурс по 5 направлениям. Это информационные технологии, биомедицинские технологии, энергоэффективность, промышленные технологии, инновации для детей. И еще мы выделили отдельный фудтрек именно для Ростова-на-Дону. Это робототехника. Просто потому, что большое количество очень хороших проектов пришло именно по этой теме. С требованиями экспертов лучше всех справился аспирант ДГТУ Дмитрий Статовой. Его проект робота-ассистента лапароскопических операций признан лучшим на региональном этапе. На данный момент эти операции, которые не очень давно стали применяться, они существенно проходят легче, меньше послеоперационные возвращения к жизни. Вот, и то есть мы делаем людям чуть проще жизнь. Вопрос, как потратить выигрыш 1 миллион рублей, перед победителем не стоит. Все средства пойдут на разработку прототипа изобретения. Дмитрий надеется, что до начала июня справится. На это время запланирован всероссийский этап стартап-тура. Виктория Щетинина, Нина Приходько, Игорь Коровтенко, «Бизнес Дона». Ростсельмаш снизит объемы производства в первом квартале на 500 единиц. Однако годовой план предприятия останется на уровне 2014 года. Об этом говорили на рабочей встрече глава города Сергей Горбань и представители завода. Подробности у Марии Ковалевой. Снизился спрос, а вслед за ним и объемы производства. Завод «Ростсельмаш» скорректировал производственный план на первый квартал со знаком «минус». Дорогие кредитные ресурсы и экономическая нестабильность – вот что мешает донским сельхозпроизводителям покупать технику. На первое полугодие мы, наверное, на 500 штук мы уменьшили план производства по сравнению с тем, что раньше прогнозировалось. Вот. Но в целом мы готовимся работать на уровне предыдущего года. Но в целом, конечно, надо быть очень, завод должен быть очень гибким, потому что рынок непредсказуемый. Сейчас продаж нету, но мы надеемся, что крестьяне к лету оживятся, появится спрос, мы должны его будем удовлетворить. Впрочем, без подушки безопасности донской бизнес не останется. Из областного бюджета выделят средства на субсидирование процентных ставок по кредитам. Городские власти обещают поддержку административную. С большим бизнесом, прежде всего, будем вести себя аккуратно, с точки зрения чего? Не грузить дополнительными нагрузками, аккуратно выстраивать работу всех наших фискальных органов. Это налоговая инспекция, проверяющая структура, это
БЭП, конечно, это наши органы другие, прокуратура. Вот здесь мы должны очень внимательно смотреть, чтобы не дергали лишний раз, не таскали. Как сообщил Константин Бабкин, всего за 2015 год на заводе планируют произвести 4200 комбайнов. Примерно столько уборочных машин выпустило предприятие в прошлом году. Мария Ковалева, Владимир Дудник, «Бизнес Дона». Новый кластер «Донские молочные продукты» объединил производителей и переработчиков молока, профильные вузы и банки. Как это отразится на качестве молочной продукции и его стоимости? Подробнее об этом рассказывает Юрий Корнюш, советник президента ТПП Ростовской области по вопросам АПК. Ежегодно, вы знаете, мы получаем больше 1 000 000 тонн молока. И, естественно, на сегодняшний день, вот в таких условиях непростых, да, вполне реальная возможность выйти на рынок не только региона, но и России, может быть, и за рубежом, каким-то конкретным своим продуктом. Да? И этот продукт должен иметь большой вес, как внутри гражданской страны, так и за рубежом. А для этого нужно усилия всех заинтересованных сторон, и административных, и бизнеса в том числе. Так вот, кластерная система позволяет, я думаю, выйти с нашими предложениями, реальными конкретным продуктом, на внешний и внутренний рынок. В 4-5 районах Ростовской области уже сегодня заинтересованность такая имеется, чтобы развивать молочно-товарное производство. Да? И я думаю, что и сам бизнес понимает, что в условиях экономических санкций против Российской Федерации развитие вот такого кластерной системы производства, в конкретном случае молочно-товарных ферм и производства конечного продукта, даст возможность закрепиться бизнесу, отечественному бизнесу на этой территории. И с другой стороны, это даст возможность развитию новых рабочих мест на местах, да, вот, внедрению каких-то новых передовых технологий, что привлекает возможность участвовать в НИИ различного рода, которые занимаются пищевкой, да. И с третьей стороны, фермеры тоже заинтересованы, индивидуальное подворное хозяйство то же самое. То есть поставка молока как сырья будет производиться с двух сторон. С одной стороны, крупноторговых молочных ферм, и с другой стороны, индивидуальные подворья. На конечном итоге заинтересованность будет и у индивидуальных предпринимателей, и крупных фермерских хозяйств, а в конечном итоге выиграет весь регион. Это была последняя информация выпуска. Я Эдуард Радкевич. С вами прощаюсь. Успехов в делах и до встречи.